больше-то? Сказала родителям: собачку или кошечку скорее купите мне. Родители сказали: тебе 32, ты можешь завести кого хочешь сама. И вот у Лидии хламидии, что скажут родители, которые не знают об этом событии. Хламидии в Лидии живут со среды, нет более благоприятной среды. У Лидии хламидии, что скажут родители, которые не знают об этом событии. Хламидии Лидию тянут ко дну, а хочешь подарит на праздник тебе одну. Девочка Лидия на праздник родителей баню пригласила на чаепитие. Родители садились, где сидела она, ну а мочалка была на всех одна. И вот хламидии у Лидии и у родителей, которые не знают об этом событии. Родители Лидию учили всю жизнь: если что-то имеешь, то поделись. Чудесные родители, зачем ты так, Лидия? Они, когда узнают, перестанут любить тебя. Это хламидий замкнутый круг, а хочешь подарят от сердца тебе пару штук. Родители здоровью были не рады и стали принимать какие-то БАДы. Инструкцию не стали читать родители, а их нельзя пить, если у вас хламидии. Хламидии с БАДами вступили в реакцию, и у родителей случилась мутация. Родители стали мертвецами ходячими. Папа сожрал кошку бродячую. И вот у Лидии хламидии и зомби-родители, которым теперь пофиг на любые события. Родители Лидию кусают в плечо, им дочери мало, им нужно еще. И люди все страдают от ситуации, и город подлежит эвакуации. Разруха и хаос внушают всем страх. Воронеж, ты останешься навеки.